В налоговую инспекцию поступила жалоба от жителей станицы Гастагаевской. Их сосед, проживающий по адресу переулок Казачий 8А, осуществляет предпринимательскую деятельность, сервис по ремонту автомобилей, без госрегистрации. Постоянный шум мешает станичникам. На месте хозяйка пояснила, ее муж работает в городе охранником на постоянной основе, а дома лишь изредка ремонтирует машины, и то родственникам. Члены комиссии проверили все гастагаевские шиномонтажки и автомойки на наличие лицензий и разрешений. Лица, получающие неоднократно доход от любой деятельности, должны в соответствии с законодательством Российской Федерации встать на учет налоговой инспекции по адресу город Анапа, улица Шевченко, 1. Индивидуальный предприниматель должен оформить уголок потребителя по стандарту. Предпринимателю, осуществляющему услуги, при расчете с клиентами необходимо применять бланк строгой отчетности, документ, который выдается вместо кассового чека и подтверждает получение денег. Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без госрегистрации в качестве юридического лица влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей.